Итак, всем трем и доброго времени суток, это канал Лэйзи Дмитрий Ленивый. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях на канал, подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй, тебе не сложно, а мне приятно, поддержка и так далее и тому подобное. Ну что, продолжаем? Продолжаем мегабомбить. Мега бомберманить под водой. Упс. Фу. Вот так и погибают бомберманы. Ай. Ку-ку. Попал. Я очень жду один апгрейд, который все никак не выпадает. Это очень печально. Апгрейд этот позволяет делать огромную длиннющую дорожку без взрывчатки. Опа, есть. Ах, ты ж еды туда направо. А есть получилось. Запер. Вот эти синие не очень опасные ребята. Упс, попался. Единственное, что не пойму, что это за красные штуки. Похоже, как будто торчащие эти банки из-под какой-то газировки. Ну, железные. Ой, подводные лодки. Не люблю я их. А он умеет вот так вот уходить, ну, видимо, в песок. И становиться неуязвимыми для атаки. Ладно, это тоже придется подрезать потом. Какой кошмар. Невозможно, блин, серьезно, вот так лажануть, а. Почему? Вот даже сейчас я чуть не погиб. Блин, да что такое? Держи. О, занырнул гаденыш. Да, вниз. Держите. Нет, приятель. Есть. Так, F5. Как так можно было налажать, а? Правда, зверюшка все равно была не так, какая надо. Так что, в принципе, ничего страшного. Но все равно обидно. А может, и не буду это вырезать. Какая хрен разница. Ну, будет немножко подлиннее. Ничего страшного, правильно?
что-то не выпадает то, что нужно. Прямо. Это все не то. Это все нужные вещи, но не тем. Все не то. Все не то. Ладно. Может вырежу, может не вырежу. Хрен узнает. Посмотрим. Налажал, конечно, знатно. Тут без вариантов. Здесь мы, по-моему, какую-то русалку собираем. Если ничего не путаю. Ну, вроде бы это русалка. И нуля. Получи. Эх ты ж. Есть. Обратил внимание еще в свое время, когда первый раз проходил, все, что в этом мире, ну, подводном, очень много, скажем так, очень толстых противников, которым нужно по две атаки. Что не может немножко не раздражать, я вам честно скажу. Ну, сейчас. Держи. Ай! Вон тут апгрейд! Ай-яй. Его надо взять. Надо. Ай, тише. Встань. Суки. Нырей. Есть. Что в суть этого апгрейда? Вот в чем. На, получи. Еще получи. Все, ребят. Стой. Ты ядрик то направо. Есть. Крайне полезная штука. Очень сильно облегчает жизнь. Что можно бомбить издалека. Получи. Есть. Пять. Сейчас теряться нельзя ни в коем случае. Приятель. Ничего личного, как говорится. Вот теперь только осталось найти яйцо с нужным ездовым животным. И тогда все будет вообще в шоколаде.
Шоколадней некуда. Нет. Ах ты ж, блин. Ну, у меня бомбочка, по-моему, уже на максимуме. Так что, в принципе. О, зажал. Идеально. Взрывайся. А, он сейчас занырнет, падла такая. Опа. Эх, ты бы вынырнул, сейчас засранец. Да что ж такое, а? Ну, теперь тебя точно синий достану. Есть. Есть. А, да, он вот этими своими пузырьками, он не атакует, а как это, отталкивает. Ой! Забыл. Моя забывчивость чуть не стоила мне игры. Так, нельзя. Опа! Это тема. А как это я сейчас сделал так? Забавно. Ну, целую кучу апгрейдиков угробил. Но, как я уже сказал, усиление взрыва... Вау. А что это было? Забавно. Есть... Точнее, не так, я знаю, что это какие-то монетки бонусные, но я вот честно не знаю, какую, ну, это, по какому принципу они выдаются. Время там или еще что-то. Не знаю, правда. Так что понятия не имею, как их в итоге вызывать. Этот Б, биткоин этот. Оу, какая неудобная карта. Тихо. Цыц. Прошу, получите. Прошу, распишитесь. Все для вас. Ни в чем себе не отказывайте. Вам хана, сэр? Ты елки-палки. Нет, приятель. Упс. Бабах. Я где? Ага. Вижу. Туда чисто потихонечку выдвигаться, прошибая себе дорогу. Нет. Держи, приятель. Вот тебе. Держите еще, господа. Попал, не попал, хрен убрать. Да, ты еще живая. Какая. Опа. А нефиг летать через все подряд. Ну, плавать, плавать, плавать.
Оу. Блин, откуда у вас там столько, а? Издалека заходим, всегда издалека. Ну... Ой. Чёрт. Было опасно. И снова огонь. Упс. Ах, зараза. Лазь. Ай, там жизнь. Блин, обидно. Ну ладно. Хрен с ней. Упс. Так. Два усиления рядом. Я же боюсь представить, какое количество апгрейдиков я уже похерил. Просто потому что не смотрю, куда ставлю свою взрывчатку. Да. Цыц. Так, проблема в плавающих насквозь мразях. Точнее, одной мрази, которая... А, нет, две. О, бомбочка. Держи, милая. Ни в чем себе не... Нет! Блин! Питомец. Держите, ребятки. Ну теперь-то я вас достану, а? Не совсем я понял сейчас. А, все, дошло. Эта хрень упала. Штука, которую надо взорвать. Да, питомца я так никогда не получу. А если получу, все равно будет не тот, какой надо. Не судьба. Туповатый ты, краб. Куда? Пошел, умник. Так. Ах, ну как же без питомца, а? Ну вот как, ну питомцев же веселее намного, чем без него. А я опять подорвал. Ну что, дадите биткоин? Нет, не дадут. Точно, русалочка. Медленно, наверное, склеиваем, чтобы вернуть еще один кусок пиццы на родину. Бомс. О. Ой, что такое? Хм, интересно. Черт, как не получилось. Да на, блин, заколебало.
Держите все. Упс. Нет, я знаю. Что это та еще зараза со своей дальностью действия. Есть. Ай. Апгрейд. Абвгрейд. Какая печаль. Какая грусть. Плакать хочется. Опять эти мелкие рыбки, а? Да тут еще и подводники. Да еще и эти, блин. Да вы что, издеваетесь, что ли? Огонь. Упс. Есть. Минус один засранец. Даже минус несколько. Еще бы рыбку мелкую поймать. Есть. Красота. Но мелкая рыбка хитрая, она знает, где плавать. Там, где ее хрен поймаешь. Обратите внимание, где тусуется скотинка. Даже не одна, а несколько. Ну ничего. Попалась, милая. И вторая, кажется, тоже. Упс. Не выйдешь, гаденыш. Есть. Ха-ха-ха-ха. Да чтоб тебя. Держи. Есть. Отлично. Но эти уже не очень опасны. На, получи. А, ее там не достать. Опа, все, класс. Прохождение через эти, через препятствия. Наконец-то. Шикарно. Все, ну почти все апгрейды, почти все. Нужен питомец, питомец, долбанный питомец. Хотел про это апгрейд проходить сквозь стены, я, честно говоря, и подзабыл. Так, ну чё, это конец? Да, это конец. И да, это русалочка. Ай! Чё творится? Кто? Фига себе. Да это ж... Вспоминая старый мем про Путин-краб. Не знаю, откуда он, кстати, взялся. Я до сих пор так и не знаю, почему Путин-краб. Что за бред? Тихо. Сейчас он шустрее станет. Ай! А, подождите. Стоп, сейчас что было?
их, а? Да держи, не вопрос. Ай! Вы видели, да? Я один удар выдержал. То есть взрыв? Ха. Может, это та жизнь? Вообще, черт его знает. Не помню. Не помню. Почитать можно, конечно. О, еще один кусок пиццы вернули на место. Так, на секундочку, давайте кое-что проверим. Вот я один взял, допустим. А нафига это надо? Экзит. А, то есть можно еще здесь побегать? Ха, забавно. А нет уж. А смысл? Как... Не, ну смысл понятен. Это если ты умер, и тебе нужно набрать по новой все эти апгрейды. Видимо, смысл такой. Ну ладно, ладно. Что-то я как-то не задумывался раньше об этом. Ну, опять же, за один раз один босс. Так что всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Делитесь этим видео в соцсетях, друзьям о нем рассказывайте. Ссылка на плейлист на поддержку канала и на группу ВКонтакте, как обычно, в описании под видео. Ну а пока всем пока-пока и до встречи в следующем эпизоде нашего с вами мегабомбления. Которое действительно становится мегабомблением, с учетом того, что вот только питомец остался. Только нужный питомец, ускоряющийся. Да. Пока все. Всем счастливо.